Отлично. Здравствуйте, дорогие телезрители, смотра. Значит, на сегодняшний день мне удалось попасть в некий эмулятор абсолютной точной копии Су-27. Значит, сейчас в течение полета вы увидите, как это все будет происходить, как примерно управлять самолетом, да даже не примерно, а по факту. Нам будет помогать специалисты, без которых мы точно не справимся. Пожелайте мне удачного полета. Двигатели у нас уже запущены, мы стоим на взлетно-посадочной полосе. Сейчас начнется взлет. Давайте сейчас послушаем указания, которые нам будут давать. Все, в принципе, борт смотра готов к взлету. Смотра, РП-9Дебр, добрый вечер. Добрый взлет вечер. Разрешил. Взлет разрешил, взлетайте. Курс 242 взлетный, погода без ветра. Имейте условия идеальные, миллион на миллион, взлетайте. Борт смотра, выполняйте отход вправо на курс 320-320. Убирайте крюки закрылки. Закрылки убрал. Я понял, выполняйте отход вправо на 320, освобождайте курсовую саду. Отлично. Набирайте 2000 и возвращайтесь из аэродрома. Продолжайте разворот вправо. Вправо до курса 110.1.1.0. В зоне над аэродромом поработайте пилотаж. Так вот, прямо по курсу у вас город Сочи, прошли только на траверзе остался, но нам в обратную сторону. Ну, продолжайте вправо, креном 60. И приберите двигатель до режима 95. Вот, отлично. Обратите внимание, над тахометром у вас показывают лампочки пассажа. Поактивнее крен, поактивнее крен вправо, у вас скорость 1100 уже. Да, и с небольшим креном вас уносит в сторону. Да, побольше крена. Отлично. Вот у вас это перегрузка 3. На такой скорости. Еще правее. Продолжайте до курса 180-180. Зона пилотажа по курсу. Наблюдаете аэродром? Да, наблюдаю. Все, вас понял, пилотаж разрешил, вы в зоне, работайте. Выполняйте бочку сначала. Рекомендую вправо. Отлично. Вот на траверзе полосы, когда поравняетесь с полосой чуть-чуть попозже, вы можете выполнить петлю Нестерова, будет очень красиво смотреть. Постарайтесь не пропустить крюк.
Да-да-да, отлично. Вот, да, заходим. Курс 205 как раз над полосой получит. Вот сейчас выравниваете под пену. Вот, хорошо. И ручку на себя до перегрузки 4. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Вот это уже хулиган. Что? Да, ручку на себя до перегрузки 4 и держим. Вот примерно так. Да, отлично. Голова. Все, теперь главное на снижение приберите двигатель до малого газа. Иначе внизу... Да, 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 иначе внизу будет вот у вас сейчас перегрузка 7-8. О, вот это да. Да, вот придавило. Ну теперь вы знаете почему. В летчики берут крепких ребят. Хорошо, теперь попробуем выполнить предельные виражи по тяге. Это то, чем отличается истребитель от транспортного самолета или от пассажира. Чуть повыше. Поднимите машину для начала, для безопасности. До 2000. Прямо сейчас. Двигатели на режим 100. Хорошо. И вправо крен 90. Стоп. Вот так. Хорошо. И ручку на себя теперь. Точно. На себя до упора. Потянули. И держим. Да, с перегрузкой 4-5 самолет разворачивается очень быстро, буквально на месте. Значит. До пуста полосы 62 выравнивает. И вот когда подойдем к полосе, выполните два разворота таких предельных. Один вправо, другой влево. Получится красивая восьмерка на полосе. На этой высоте? Да, разрешаю на высоте 500, предельно малое, будьте просто предельно аккуратны при выполнении виража. Все, вот сейчас вправо, увеличиваем крен вправо, это лево вообще-то, ну да, хорошо, продолжай. Да, 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 да. Значит, если машина уходит вверх или вниз, смотрите на вариометр и регулируйте высоту полета именно креном. Вот, мы набрали 300 метров на вираже, перекладываем вправо теперь. Меньше, меньше, крен. Аккуратнее, видите, вас вниз, вниз. Да, 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 вот, понял вот, уже. Вот, 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 аккуратно. Все отлично. И теперь попробуем выполнить колокол. Подтягиваем ручку на себя до тангажа 85. Сначала 80. Стоп, достаточно, достаточно, иначе перевернется. И теперь плавненько следим за скоростью. На скорости 300 примерно дотягиваем ручку до тангажа 85. Двигатель убираем на малый газ сейчас. Аккуратно не переверните самолет от себя немножко, да, вот так, держим. Ждем пока скорость. Девяносто, 160. У меня тут критическая какая-то штука. Ой-ой-ой. Да, 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 правильно. Ой-ой-ой. Это и есть оно. Теперь плавно ручкой от себя, чтобы не свалиться штопор. От себя. Отлично. И вправо. Да, достаточно, достаточно. И вправо, и возвращаемся на курс полосы. Замечательно. Ну вот у вас с первого раза получился колокол, что довольно редкое явление. Обычно самолет уходит во влево, влево, вправо. Вы сами сказали, что там критический режим. На высоте 1500 выравниваете, выравниваете, выравниваете. Обратите внимание, как выросла скорость. Ну что? Вообще страшно. Довольно неплохо вы справились с программой пилотажа, был довольно сложный пилотаж. Спасибо большое, я сейчас весь мокрый сижу. Ну да, теперь вы знаете, как себя чувствует пилоты после демонстрационных показов. Да, очень серьезно. Ну что, попробуем зайти на посадку. Сам полет получился, давай. В общем-то, неплохо. И как сказал один из шутников...